Сегодня у нас 23 сентября 2015 года. Это мы находимся в поселке Потеряевка. Здесь вот у нас видно он пирс. Лагерный считается. Это сейчас пруд лагерный. Раньше он где-нибудь по-другому назывался. Камогориха. Вот. Здесь мы плотину делаем, слив. Не размывало. Вот Игнатий наш копает, Сергей тоже убирает. Глина такая попадается, что можно лепить из нее. Мягкая, податливая, как пластилин. Работа такая, что даже раздеваемся, потихоньку снимаем с себя по одежке. Покажи на эту дамбу, что это такое? Я поясню. Все, рой. Это дальше дамба, вот эта вот, ее проводили перед самой перестройкой. Насыпали насыпь и все бросили. Грейдеры были тут. Это насыпь высокая, ее отсюда даже видно, что она высокая. Это наша надпись, что стрелять там не разрешается, территория деревни. Вот она насыпь-то, все бросили. И разграбили технику, порезали, бросили. И нынче вот работал этот Сашенко Алексей Александрович бульдозерист. Ну вот он работал так грубо, там наковырял. Повторяя, работал он очень хорошо. Он говорит, я могу только толкать. Это не грейдер. Но вот здесь начало все вязнуть. Вот бугор, хорошо брать. Все мы посчитали. Бугор, высота 1,3 метра с лишним над уровнем воды. И вдруг трактор начал прямо там же вязнуть. И наконец садится почти на пузо. А 17 тонн тут не вытащить, если он увязнет. Он отступился. Мы не закончили, соответственно, подгребать. С той стороны, вот я сейчас перевожу на ту сторону. Вот. На той стороне дамбы. Там большой был бугор. Он его снимает, он как будто сухой. Но чуть-чуть с бугра съехал, далеко до воды, и он начал тонуть, вязнуть. Здесь ни дренажа нельзя делать, ничего. Это грунтовые воды поднялись. Это никакой дренаж не поможет, ничего нет. И пришлось прекратить работу. Вот так. Вот хорошо тут у нас толкет землю Никита Колесников. У него это получается. Вот так. Пройди по всей, а потом по той, которая выступает. Он создать хотя бы метровой толщины дамбу дальше. Он не успел сделать. Слава Богу, Сергей Павлович Пупков приехал. Вот тут он теперь будет лечиться. У него кровь будет работать как надо. И ненужные вещества выносить из тела. О, работает, смотри, как маломощный экскаватор. Вручную все. Когда вот здесь до вечера, до потемок-то добузуешь, а встаем в 4:40, тут валаамские монахи нас могут принять к себе, скажут. Русский человек умеет работать. Вот куда ни поверни, видите как. Это нам нужно пролет сейчас выкопать вот здесь, 3 метра. Сразу его бетонировать надо. Ничего нету для этого. Нету ни электричества здесь, ни бетономешалки, ни... Ничего нету. Арматуру нарезали, и подъезда нету. И дамба не улеглась. Твердо только там, где гусеницы прошли. А здесь слабенькое все. Его весной может размыть. И вот торопимся скорее. Доски так и не могут привезти. Все пилят, пилят, пилят. И как... пилят и насыняют. Удивительное дело.
Мне уже приходят и говорят, что вы делаете, им платите это. Дескать, там где-то дешевле, в другом лесхозе-то. Разобрались, и там тоже гнилье подсовывают. Поеду получать доски сам. Говорит, первым сортом, а она сучковатая, сучок на сучке. Я говорю, так мне как раз и надо сучки-то, они не гниют. Сейчас мы заготовили известь, промазывали известью, чтобы не гнило. Отработка с трактора и антисептик в магазине купили. А что, каким слоем накладывать? Один другим не будет ли поглощаться? Ничего не знаю. В интернете ничего не найдено. Просто будем делать пока с трех сторон, а как поставим, наружу и сторону начнем промазывать. Вот видишь, Никита, уже как машина работает. А приехал, говорит, руки по швам и сзади. Если он помолотит как, у него помаленьку начнется прояснение мозгов. Он духоносный будет у нас. Нам подсказывает название «духоносный». Вообще. То окормляет, то каноническая территория, как будто собака пометила или медведь. Мерка. Территория твоя, ты отвечаешь за каждый дом, за каждый подъезд, за каждого человека. И ты поймешь, как тебя пороть ангелы будут. Сесарианцы. Амвросия Медиоланского посчитайте. Вот мы сегодня пришли на новое место, потому что доски не привезли, распорок нету, стояки не привезли, ничего нету. Ну, надо скорее успевать. Успевать пробиться. Если даже начнутся заморозки, то мы можем поставить здесь, если выровняем по уровню. А нет, значит, ничего и нет. Зато были заняты на хорошем, благородном труде создать дорогу, пруд. Дорога, это я знаю теперь по-современному. Это страшно дорогое удовольствие. Сейчас вот высчитали. Ну, ждем КАМАЗы, когда пошлют. 20 КАМАЗов на расстоянии 14 метров. 80 тысяч отдай. Нападает, главное, где деньги они берут в интернете. А один, кто то ли молодой, или кто. А мне по барабану откуда они берут. Какой барабан у него там, не знаю. То есть ему все равно мне подсказали, что это означает. Это правильное рассуждение. Какое тебе дело до того? Делаем бесплатно, да еще и платим. Мы платим, а не нам. Нам ни рубля никто не платит. Ни рубля за все лето. Единственное, что я где-то что-то сэкономил на молочишко. На воскресенье, субботу молоко, чтобы было, понедельник, вторник. А остальное у нас пост. Нет растительного масла сегодня. Среда. И нету. Видишь, какие все у нас ребята. Не считая Пупкова. Тонкие, звонкие, прозрачные. Он последний килограмм из себя выгоняет. В разряд тонких войдет. Они, видишь, женщины-то льнут к пухленьким. Ну, а мужчины, наоборот, любят женщин худые, говорят, как собака на кости бросается. Времена такие. Ветер дует. И все. Все пока отошел. Все вот здесь желтеет.